Вот так мы готовим нашу детскую площадку в Гусарской Балладе. В 2018 году Центр поддержки матерей «Мамина помощь» участвовал в областном конкурсе «Мой двор, моя гордость». Тогда возле дома номер 5 в микрорайоне «Гусарская Баллада» появились детская экоплощадка и клумба. На тот момент управляющие нашего парка имени Ларисы Лазутиной, они привезли вот этот вот нам паровозик, установили, сами подобрали, а здесь мы уже украшали его и красили. А тот паровозик мы уже сами нашли. Помогали неравнодушные жители. Чтобы малыши могли почувствовать себя настоящими машинистами, папа обработали и установили большой паровоз. В этом году организация «Мамина помощь» получила премию к благодарственному письму на мое имя. И мы решили, что какую-то часть денег мы возьмем себе, а какую-то часть все-таки должна пойти во благо. Привели в порядок и площадку, и клумбу. А когда полностью высохнет краска, здесь высадят новые цветы на радость местным жителям. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».